Сдача крови – это гражданский долг каждого из нас. Развитию эффективной программы донорства крови во многом способствует благоприятная социальная и культурная атмосфера всеобщей солидарности. При этом широко известно, что акт донорства крови помогает развивать связи в обществе и укреплять социальную сплоченность. Сегодня в Центре крови сотни жамбулских молодых людей организовали необычную акцию. Подробнее в сюжете. Акция «Сдача крови» в центре проводится накануне Дня благодарности. Более 100 молодых людей из ассамблеи молодежных ресурсных центров говорят, что часто организуют такие мероприятия. На сегодняшний день сдача крови – дело полезное. Ведь ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность переливания крови по жизненным показаниям. И поэтому спрос на нее возрастает. Данная акция проходит в честь 85-летия области и в канун Дня благодарности, который отмечается 1 марта. Для нас важно активное участие граждан в этом мероприятии. Таким образом, спасаем жизни других людей. Кроме того, во время мероприятия активная молодежь пела и танцевала флешмоб. Таким образом, они пропагандируют сохранение здорового образа жизни. Сегодня данный центр обеспечивает бесперебойное кровоснабжение медицинских учреждений области. На сегодняшний день можно сказать, что по итогам 2023 года в центр крови обратилось порядка 14 тысяч человек. Выдаем компонентов в лечебной организации больше 12 тысяч компонентов. Сегодняшний день лечебная организация, а значит пациенты, которые там находятся в тяжелом состоянии. Стопроцентно обеспечены всеми необходимыми компонентами крови. И говоря о запасах, нужно сказать, что ежедневно у нас стоит запас 350-400 компонентов эритроцит, содержащих компонентов крови. Стоит отметить, что любой желающий может стать донором. Для этого, прежде всего, специалисты проведут медицинскую экспертизу и определят состояние вашего здоровья. Ильдар Гизатуллин, Руслан Сандыбаев, Айкон Акпарат.